Выпускники 2022 года, Республика Башкортостан. Это я так сколько услышал, первая школа местная. Случайно снял из Дома культуры. Так, снимаем следующая школа. Прослушал я, бегал по своим делам, школьный вальс, видимо, всех. Молодцы, подготовились. Молодцы выпускники. Сейчас следующие пойдут. Да? Краснохолмский, правильно? Красный пойдет. Вот, объявляет следующий. Во! Я ждал выступления этой команды. Девятый класс. Не знаю, честно, я так. Наверное, девятый. Мелкий. Нормальные. Сам ты мелкий. Просто не слушайте его. Свои девятые классы и вот это больше похоже на пятый и шестый. Нет, нормальный он с этой пацаной там. Девятый класс будет на первоклассник. Нет, по-моему, по крайней мере, в Санкт-Петербурге тенденция в другую сторону. А здесь ты смотришь. Получается тенденция. Полетели лебедушки. Да, фразу твою услышал, которую ты на сцене. Вот так вот не спишь из-за них ночами. Женщина, она похотела классный руководитель. Поет. Так. Иглесиус. Сейчас музыкальный попел скоро будет, я вот жду его. А, ну тоже молодцы. А что остальные делают в этот момент? Вот. Переживаются. Да, родители волнуются. Что ж дальше ждет? Какая жизнь будет? Ну, всем выпускникам счастья.